Здравствуйте. Приведу пример на луче. Коротко обрезали, было большое дерево. И здесь была сломанная ветка с этой стороны. Значит, мы ее убрали. Некоторые ветви длинные наклонили. Вот. Полукруг. Это мы ее привязали, ветку. И потом веточки, которые будут идти сюда, будем формировать, как бы смещать центры тяжести. Сейчас что я делаю? При зеленой обрезке я вырезаю все то, что идет вертикально вверх. Я вырезаю вот такие вот жировики. Оставляю только более горизонтальные, они более такие свисающие. И вот с них я буду дальше формировать уже дерево. Принцип такой, чтобы первое, наклонять длинные ветви, прошлогодние жировики или ветви одно-двухлетние. И из них строго вертикальные ветви вырезаем. Те, что идут в горизонтальный и вниз, оставляем. Также на алыче можно формировать или, вернее, прививать. К примеру, вот мы привили персик. Даже с плодом есть персик. В будущем тоже сформируем на одном дереве мультикультуру. Здесь будут и сливы, и абрикосы, и персики. Ну вот, меня спрашивали, как формировать после сильной обрезки. Вот эти побеги я удаляю, а вот такие горизонтальные оставляю. Все. Спасибо за внимание. До свидания.